ножницы персика. Нашел еще. Вот смотрите, это Кубань, да? Тем не менее, все персики из интернета. Как-то все из интернета, и вот мои. Видите? Смотрите внимательно. Вот единственное, что жалко, я тут не умею, а я по-другому сделаю. Сейчас я вам объясню. Персик сибиряк. Продолжение учебы. Увидел черта, не верь глазам своим. Нет, сюда. Нет, не сюда. Вот. Персик сибиряк. Персик сибиряк. Это учеба. Описание, фото, отзывы. Внимание. Вот на первом месте. Чей персик? А? Мой персик, стопроцентный. А тем не менее, числится как экзотик сад. А сейчас мы это самое предсудебное письмо Ура, этому самому Саддаму Урала предъявили. Вот. Знаете, как там хитро? Ну, мы еще дойдем до этого. Кстати, фотографии я показал в фильме. Они их уничтожили. А все бы уничтожили мои, но они не знают, там еще несколько. Я оставил подводный камень. Теперь они извинились и ставят, что мы в расчете. А у меня крупнейшее это издание, 7, сколько они денег заработал на этих, Валерий Константинович, это не ваша фотография. Ах, так получил. Представляете? И все, и кончилось наше это, как его называется. А они 50 тысяч. Не, извините нас. Мы вас приглашаем к себе. Работать? Мой напарник, нет, не работает, а пообщаться. Вот, Павел говорит мне, а что, говорит, здорово. Пусть оплачивает поездку вам. Нет, они предложили оплатить. То есть они оказались в такой заднице. Тысячи людей узнали про этот случай. А вот смотрите, вот это мой персик. Я его показывал несколько раз, поверите мне, нет, в Яндексе. А теперь смотрим. Мне стоило сделать эту фотографию. Смотрите. Смотрите. И наши, и за границей все теперь его используют. Представляете? И это только первая страница поиска. Да, вот еще. Нет, вот еще. А ниже вот это вот. Потом еще где-то было обрезано так, что не узнать. Ну ладно. Я почему это говорю? Сейчас поймете. Смотрите. Возвращаемся обратно. Ну, например, где мы были. Вот он мой персик. Но единственное, что сибиряк, действительно, в Сибири. Я его это, районировал. Вот. Ложь. А я же не зря бы больше показывал персики железного. Настоящие. Почему я это говорю? Я сейчас обращаюсь к тем самым женщинам, которые являются выпускницами и гордятся этим развитием. Почему я один должен воевать с этим? А, напоследок, весна в Иране. Я набрал персиковые сады в Кубани. Вот они где. Я уже не стал там это копировать. Там вот такой вот не стал копировать. Ну, поняли, да? Ой, боже мой, как это. Позор какой. Не зря Курдюмов говорил. А вот то самое. Уважаемые, у вас сады за Гельцо. Он не просто с Гельцо, его просто нет. Вот. Вы всерьез парень человек, это мне. Это действительно. Мы выращиваем, отправляем по всей России. Ну, это, отправляйте. Только сада у вас нету. Тут с матом. Вот. В общем, я сейчас быстро, знаете, как сделаю? Вы потом хотите, я же не зря. Мы не плодопитомник, а питомник. То есть у нас поэтому нет маточного сада. Я пытался от них добиться. Но раз у вас и появились саженцы со стороны... Ведь откуда-то они берут с маточных деревьев черенки, чтобы прививать. Да нету, они ничего не прививают. Что я думаю, что где-то за 100, за 1000 метров, как я высылаю черенки, они по этой привили, вырастили по двое. Чушь собачья. Нету этого. Они сами признались. Мы питомник. У нас нет цели. Вот это все лапша, так? Они получают, ну как, есть в Сибири и на Урале огромное количество, ну много, так? А у них все до единого, я проверял, фотографии из интернета.
То есть откуда в Омске черешня? Ну откуда? Нет ни одного черешнего дерева. Сразу все продают, выдают за свои. И таких примеров сотни. Так? Вот. И что получается? А конкретный фото автор не указал. Нет, а 6 штук ликвидировали. А 2, да, еще 2-3 оставил. Вот. Чтобы показать, что они просто их присвоили. Вот. Почему я это говорю? Добрый день. Администратор паблика инцидента Екатеринбург. Что такое паблик? Публикация. Ага. Увидели ваш пост в интернете «Сады Урала». Хотели бы разместить у себя в группе. Можете рассказать, как обнаружили то, что они воруют ваши фото. Ну, кстати, на примере персик сибиряк. Я показал как? Так. Сейчас еще покажу. Я ответил. У меня 400 публикаций журнала газета. Сотни фильмов, иллюстрированных моими фото. Как тут не узнать? Я беру еще одну фотографию. Знаете как? Вот. Вот она. Она настолько простая, скромная, и ни за что не поверишь. Стоит на нее нажать, внимание. И крыша дома соседа. Узнаете? Да. Ну, Петра крыша, ну. Ну, да. Да, это Петра с Мариной. Вот она. Вот. А вот он, это сюда нажимаем. Здесь получаю. А теперь что, внимание? Сады Урала? Угу. Вот он, логотип. Здесь плохо видно. Я могу время потерять, поискать вот тут вот. Пожалуйста, господи, что мне жалко, что ли? Вот. Вот она, хватит. Вот. И самое интересное, что у них есть все, кроме этих самых, то, чего на этих. То есть нет у них никаких абрикосов. Я не могу добиться, откуда они их взяли. Просто не могу. Ладно, пойдем дальше. Вопрос. Обратились уже в правоохранительные органы? Они так и не перестают фотографии использовать? Да, не перестают. Какие еще магазины брали фото? 96 сайтов, магазинов и питомников за один день, за один час мне прислал Алексей Виноградов. Я показывал, он их скомпоновал, 96, это сразу. Потом в течение последних лет мы обнаружили еще добрые сотни. А обнаружились они вот так. Сейчас еще раз покажу. Делается так. Сейчас лишнее убрать бы, я всегда это. Можно. Вот. Вот это уберем. Вот это уберем. Вот смотрите. Я сейчас попадаю в Яндекс. Фото. Что-нибудь еще пореже попадается сейчас. Ну ладно. Нет, Серафиму уже надоел. А академик надоел. Ну ладно, Королевский. Это моя гордость. Мы сегодня возле него стоим. Абрикос. Надо написать еще слово. Ага, док получился. Абрикос. Вот отзывы. И отзывы бывают, да. Вот они. Вот они, вот они, вот они, вот они. Ну что? Все это моя фотография. Вот она. Давайте посмотрим. Изображение в Яндексе. Эй, открывайся. А нет, не получается. Ладно. Сначала загрузить изображение надо. Я в этом не понимаю. Так, сейчас, погодите. Картинки. Картинки в твоем букваре. Я хочу то, которое чаще всего встречается, найти. Кстати, вот он, Серафим, смотрите. Ну-ка, как он тут? Саженцы, абрикос, успех. Сад. В Москве. Вот этот любимый сад продает под видом моей фотографии. В Яндексе. А сейчас, пока я буду листать, Елена Александровна, вы можете сходить чаю попить. Да мы уже скоро закончим. Ну, по через времени 20 минут. Вот смотрите. Вот. То есть набираете абрикос успех, посмотрели и сказали, вероятно, что эта фотография принадлежит именно вот этому самому, равна нулю. Так нет? Да. Ладно, идем дальше. Вот. Ну, а правоохранительные органы, значит, Виноградов отправил письмо в Москву,
про эти, о чем мы сейчас говорим, спускали ниже-ниже и дошло до участкового милиционера, которому поручено было разобраться, почему в России миллиарды рублей из кармана уходят, потому что люди наивно ничего не понимают.